Слава Богу, братья и сестры. Praise God, brothers and sisters. Много у нас таких мероприятий. We have many events. Это говорит о том, что жизнь, она продолжается. And that speaks to the fact that life continues. Я думаю, что каждый из нас действительно рад сегодня видеть наших особенно крещаемых. And I think every one of us is especially proud to see, especially the ones that were baptized today. И мы много слышали, братья уже напоминали, что и День Отца сегодня также. And brothers have also reminded us it's Father's Day today. Но я бы хотел обратить все-таки наше внимание на нечто главное. But I want to direct our attention to something more important. А то, что мы сегодня будем делать на этом служении, And that what we'll do at today's service. Мы будем с вами вспоминать смерть и страдания нашего Господа. We'll be remembering the death and suffering of our Lord Jesus ради Christ. Ради имени которого мы собрались на этом месте. For whose name we're here today. Praise God. Время быстро идет, я постараюсь долго не занять. Первое место будем читать Деяния святых апостолов. For sake of time, we'll read the Acts of the Apostles. 10 глава с 1 стиха и ниже. The 10th chapter, first verse and lower. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, советник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыню народу и всегда молящийся Богу. Он в видении явно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал: «Корнилий». Он же взглянул на него и, испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некого Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Интересное было однажды событие в этом жизни этого человека. So there's a very interesting event that happened in the life of this person. Мы с вами читаем, что у него такая хорошая характеристика. And we read this very perfect characteristics of this person. Написано: благочестивый человек. It says he was a righteous man. Он боялся Господа. He feared God. Он делал милостыни. And he did good to others. Казалось бы, все в его жизни соответствовало тому, что нужно для Господа. And it would seem that everything was lined perfectly in what he ought to do for God. Он как знал, так и приближался к Богу. The way he knew is the way he drew closer to God. Я бы хотел обратить наше внимание, что когда ангел обратился к нему, But I wanted to direct our attention to the fact that when the angel came to him, то ангел сказал ему такие слова, что когда ты призовешь вот этого Симона Петра, the angel said that when you call this Simon Peter, то он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. The words that he will say to you will save you and your house. Знаете, братья и сестры, задается такой вопрос. And so we're asked this question. А неужели вот этого, что делал он, недостаточно в нашей жизни, чтобы получить спасение? Was it not enough that what he was doing, was that not enough for him to get salvation? Знаете, много людей в этом мире, они как-то ищут Господа. And many people in this life, they seek the Lord много in some людей, way. Они как-то имеют эту веру, они понимают, что нужно делать добрые дела. Они приходят в церковь. Они молятся. И здесь написано, что он много молился Богу. Но этого было недостаточно. Знаете, когда мы проводили уроки с нашими крещаемыми, baptized, то мы обращали внимание на центральное в их жизни. We were paying attention to the most central thing in their life. А это центральное является Иисус Христос. And that central thing is Jesus Christ. Много можно сегодня знать о Христе, о Боге. You can know much about Christ, но about так God, и не пережить Его лично в своей жизни. But never personally experience Him in your много life. Можно слышать проповеди и читать разных книг. You can hear many sermons and read many и, казалось books. Бы, досконально даже знать Библию. And maybe even know the но Bible так и perfectly, не встретиться с Господом. But still not meet Lord. И без Иисуса Христа, братья и сестры, мы ничто на этой земле. And without Jesus Christ, brothers and sisters, we're nothing on this earth. Если мы прочитаем далее уже та же глава, когда Петро пришел в дом Корнилия, when Peter came to the house of Cornelius, это 10 глава, 36 стих, that's the 36th verse он сказал of the 10th такие chapter, слова. He said the following words. Он послал сынам израильским слово благовествие мир через Иисуса Христа. Все есть Господь всех. Вы знаете происшедшее во всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним.
И мы свидетели всего, что сделал он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, его убили, повесивши на древе. Сей Бог, сего Бог воскресил в третий день и дал ему явиться не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили по воскресению его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получает прощение грехов имени Его. И вот здесь апостол Петр уже говорил им об этом событии, которое было в свое время там в Иерусалиме и в Галилее. And so Peter is telling them about this event that already happened back in Jerusalem and Judea. И когда он говорил это слово, то он обращает внимание именно на Иисуса Христа. And when he was telling them about this, he directs their attention to Jesus Christ. И вот вчера мы были с вами свидетели, как наши крещаемые. And so we were witnesses yesterday when our они давали обещание Богу. They were giving their commitment to God. Они говорили, что они веруют, что Иисус Христос есть их личный спаситель. And they said that they believe that Jesus Christ is the Lord, their Знаете, Lord and their Savior. Это очень важно в жизни каждого человека. And that's really important in the life of every person. И мы понимаем из Священного Писания, что не можем мы прийти к Богу, если мы не придем ко Христу сначала. And we understand through Holy Scriptures that we cannot come to God unless we come through Christ first. Очень часто человек в своей жизни, and oftentimes people in their life, он остается по другую сторону зависти. He stands on the other side of the он veil. Он вроде бы ищет Бога, он понимает, что Господь есть, но не может к Нему приблизиться. He understands that there is a God, but he can't seem to draw near to Him. И он остается по ту сторону. And he stands on the other side of the veil. Мы читаем в Священном Писании, что старозаветное время нам говорит, and we read in the Old Testament, что вот это святое святых мог войти только однажды в году первосвященник. That only the holy priest could come into the holy of holies once a year. Но братья и сестры, когда пришел Христос, but brothers and sisters, when Christ came, и когда там на Голгофе он пролил свою святую кровь, and when he shed his holy blood there on Golgotha, то посредством его крови мы имеем право входить в это святое святых. Through the power of his blood, we're able to enter into the holy of holies. Но очень важно, чтобы человек имел эту встречу с Господом. But if it's of utmost importance that that person has a direct meeting with God. Читаем еще одно место, книга пророка Исаии, 53 глава. The King of the Prophet Isaiah, chapter 53. Кто поверит слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Здесь задается такой вопрос, что кто сегодня поверит этому слову? And so here the question is asked, who will believe this word today? Было время, когда даже старозаветнее это время. There was a time that even in the Old Testament. Проповедовалось о Боге. It was preached about God. Где говорилось о великих делах Божьих. It was spoken about the great works of God. Но здесь задается вопрос, кто поверит этому? But the question is asked, who will believe this? Кто пережил Христа в своей жизни? Who has experienced Christ in their life? В чьей жизни Господь проявил вот эту мышцу? In whose life has God showed His strong hand? И далее написано, ибо он зашел пред ним как опрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но Он взял на Себя наши немощи, понес наши болезни, и мы думали, что Он был поражаем, наказуем, уничижен Богом, но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились, слава Богу. Praise God. И здесь мы видим, как Господь говорит вот это слово, что Он пришел. And we see how God here says that He had come. И мы видели Его, говорят. And they say that we saw Him. И ничего не было в Нем такого, чтобы нас к Нему влекло. And there was nothing in Him that would attract us to Him. Знаете, человек, он имеет такое свойство, как бы, вот он посмотрит на что-то, и он делает какую-то оценку. You know, we as people, we have a tendency when we look at something to give it some a judgment or value. Я думаю, если бы в это место, может быть, пришел какой-то проповедник. And if a preacher came to this place. И мы бы посмотрели на его
одеяние. And we would look at the way he was dressed. Может быть, посмотрели, как он себя ведет. Maybe we'd see the way he was acting. Что он говорит. What he is saying. И мы бы в своем сердце приняли бы какую-то оценку. And we would have made a sort of judgment in our hearts. Наверное, мы бы, может быть, не позвали его больше. Maybe we wouldn't call him anymore. Здесь было нечто подобное, братья и сестры. Something happened similar here, brothers and sisters. Пришел Христос, и Слово Божье говорит, который стал друг другом для мытаря и грешника. It says that Christ came and became the friend of sinners. А вот эти священники, народ такой Божий. And these people of God, these priests. Помазанники, которые ожидали Христа. The anointed of God who were awaiting Christ. Они посмотрели на него и говорят: нет, это не он. They looked at him and said, no, that is not him. Как может такой человек сидеть вместе с одним столом с этими людьми? How can this person sit at the same table as those people? И написано, что он был презираем. And it says that he was они despised. Они ни во что ставили его. And they didn't count him for anything. Он был этим мужем скорбей. He was that man of sorrow. Но написано, что он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, слава Богу. It says he took our sorrows and our sins, praise он God. Он сделал то, что не казалось, не влаживалось в разум этих людей. And he did what it seemed that could not be fathomed by those people. Но он изъявлен был за грехи наши, слава нашему Богу. But he was rejected for our sins, praise и поэтому God. Поэтому сегодня мы будем с вами вспоминать страдания нашего Господа. And so today we'll remember the suffering of our Christ. Мы будем, может быть, вспоминать тот момент, когда я отдал свою жизнь Христу. And maybe we'll remember the moment we gave our life to Christ. Когда Господь пришел в мою жизнь и коснулся меня. When Christ came into my life и когда я понял, что действительно, Господи, без Тебя я не могу. And when I understood that truly, God, I can't do it without Слава You. Слава нашему Богу. Praise to our God. Читаем еще одно место, Деяния святых апостолов, 17 глава. The Acts of the Apostles, chapter 17. 30-31 стих. 30th and 31st verse. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Вот такое слово было апостола Павла уже к афинянам. And this was the word of God that Apostle Paul had to these people. Когда он находился в ихнем городе, в ихней стране, when he was in their country, in their city, то он сказал, что пришло то время, he said the time has come, когда больше нету вот этого неведения, that there is no more ignorance, когда человек должен понять, что больше он не может приходить к Богу посредством крови вот этих животных. That a person can no longer come to God by the sacrifice of animals. Но он говорит, что Бог повелевает повсюду и всем людям покаяться. But it says that God commands everyone and everywhere и to repent. И это очень важная часть жизни христиана. And that's an important part of a Christian's life. Когда мы приходим пред лицо нашего Господа. When we come before the face of our God. И мы каемся перед Ним в наших грехах. And we repent before Him in our sins. И мы принимаем Его как своего Спасителя. And we accept Him as our Savior. И мы говорим: верую, Господи. That we say we believe, I believe, Lord. Ибо Он назначил день, который Он будет праведно судить вселенную, слава нашему Богу. Because He has appointed a day in which He will judge the world, praise God. Еще одно место тоже Деяния святых апостолов, 26 глава. Also the 26th verse of Acts. 15 стих и ниже. The 15th verse and lower. Я сказал: кто ты, Господи? Он сказал: я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы представить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе. Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов, и жребий со священными. Здесь апостол Павел, стоя перед великими людьми, and here Apostle Paul standing before great people. Будучи в Дамаске, он говорит свое свидетельство. Being in Damascus, he says his testimony. Как он однажды встретился с Господом. How he once met the Lord. Как Господь пришел ему, и вот перед ним стоит Господь, и он не понимает, что происходит. How the Lord came to him and stood before him, and he didn't know what was going on. А ведь в своей жизни это был человек набожный. But in his life, he was a very religious person. Это был фарисей, который усердно так служил Богу. He was a Pharisee that fervently served God.
время гнал церковь, и он думал, что он этим служит Богу. That in his time he persecuted the church, and in that he thought he was serving God. Но пришел тот момент, когда он встретился со Христом лично. But the time came when he met Christ personally. И вот он сказал, кто ты, Господи? And so he said, Who are you, Lord? Господь говорит, я тот, которого ты гонишь. And God said, You are the one who is coming after Дорогие me. Дорогие братья и сестры, Господь поставил каждого из нас. And so, brothers and sisters, God has appointed all of us. На этом месте, чтобы мы служили, мы проповедовали, мы несли эту весть. To preach, to carry that good news. Чтобы мы, как он здесь сказал, мы могли открывать глаза тем людям, so that которые says here, во тьме. We can open the eyes of those that are in darkness. Чтобы они обратились к свету. That they would turn to the light. Чтобы они ушли от этой власти сатаны и пришли к Богу. That they would turn from the power of Satan and unto God. Я бы хотел задать сегодня некоторые вопросы для каждого из нас. I want to ask a few questions to all of us. Имеешь ли ты Христа в своей жизни? Do you have Christ in your life? Как близко ты с ним ходишь сегодня? How closely do you walk with him today? Что ты сегодня делаешь для того, чтобы приблизиться к Господу? What do you do today to draw near to him? Может быть, ты как этот Корнилий в свое время, он искал Господа, думая своими делами, он как-то заработает это спасение. Maybe you're like Cornelius, who thought by his works he would deserve his salvation. Но все, что ему нужно было, это принять Иисуса своего спасителя. But all he had to do was accept Christ as Слава his Savior. Слава нашему Богу. Praise be to our God. Давайте мы с вами вместе помолимся. Let's pray together. Мы преклонимся перед тем, который был там на Голгофе. We'll bow before the one that was there on Golgotha. Тот, который пролил свою кровь за тебя и за меня. The one that shed his blood for you and for me. Тот, который принял вот эти мои грехи. The one that accepted our sins and took it upon himself. Praise God. Давайте мы его прославим. Let's praise him. Amen. Аминь.